Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать небольшие покупки. Здесь у меня что-то из фикс-прайса и из других магазинов. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной. И начну я сегодня с покупок из магазина фикс-прайс. Значит, мне нужны были вот такие вот влажные салфетки. Здесь их 50 штук. Они антибактериальные. Как вы знаете, они мне в принципе нравятся. Они, насколько я знаю, не содержат спирта, поэтому они, если будете протирать кожу, они не будут сушить кожу, они гипоаллергенные. Вот, отличные салфетки, здесь их 50 штук, так что всем советую хорошие салфетки. Также я, как обычно, взяла вот такую маленькую упаковку, я всегда беру, чтобы там в сумку куда-нибудь, может быть, положить. Следующие мне нужны были пластиковые контейнеры. Я там увидела вот такие. Они там были разных цветов. Я взяла в салатовом цвете. Вот. И здесь их идет два контейнера. Два в одном. Сейчас я вам покажу. Значит, идет один вот такой вот. Такого размера. Здесь, наверное, не написано. Сейчас я посмотрю. Значит, вот в этом идет 1,1 литр, а второй идет поменьше, в нем 600 миллилитров. И он выглядит вот так. Он такой небольшой абсолютно, вот, по сравнению с этим. Вот, то есть он такой маленький контейнер. Контейнеры пластиковые, они там есть в разных цветах. Вот так. Вот так контейнер выглядит изнутри, обычный пластиковый. Также мне нужны были резиновые перчатки, и я в этот раз взяла вот такие вот, одноразовые. Вот, их здесь 10 штук, 10 штук, то есть 5 пар. Вот, в принципе, неплохие перчатки, я их очень часто беру. Я взяла фикс прайс вот такой вот бульон от Ролтон. Он неплохой, и его можно использовать как специи каким-то блюдом. Можно также, когда варите какой-то суп, добавлять. Вот. И, значит, здесь его 100 грамм. Он достаточно большой. Есть он с разными вкусами. Этот говяжий, там есть еще, по-моему, куриный. Бывает также, по-моему, грибной, если я не ошибаюсь. Вот, я в этот раз взяла вот такой вот говяжий. Следующее, что я вам покажу, это уже из другого магазина. Я взяла себе вот такую вот глину. Значит, вот, две глины. Одна глина идет желтая, вторая черная. Я еще такие не пробовала. Обычно я покупаю, использую голубую либо зеленую глину. Я увидела вот такую, никогда не пробовала. Значит, вот эта черная, она идет антиугревая, с экстрактом мяты и чистотела, подходит для лица и для тела. И состав, конечно же, здесь натуральный, в составе здесь только глина. Вот, и вторая, она идет желтая, желтого цвета, и написано то, что она скраб, то есть я думаю, она будет хорошо отшелушивать кожу. Значит, она идет с молотыми абрикосовыми косточками и также подходит для лица и для тела. Состав я посмотрела, там нет ничего плохого, только глина в составе. Также я себе взяла вот такое вот масло для губ. Кто-то называет это бальзамом, но это масло, и я захотела взять кокосовый. Я думаю, он будет очень, у него приятный аромат. Наверное, вы знаете о вот этом масле уже, возможно, пробовали. Напишите мне, как оно, нравится вам или нет. Вот именно от Нивея я еще не пробовала, но очень многие хвалят, так что я думаю, что и мне тоже вот это масло понравится. Еще я вам, наверное, покажу, мне пришли посылочки небольшие, я кое-что заказывала с сайта AliExpress. Вообще я собиралась показать вам в другом видео, в отдельном. Вот, ну, решила уже вместе с этими покупками покажу, и потом еще отдельно расскажу, что мне понравилось, что не понравилось. Значит, первое, вот я заказывала кисточки, для глаз. Значит, они пришли мне вот в таком вот пакетике. Вот, и они мне прям в почтовый ящик их положили. Значит, здесь идет вот такой наборчик кисточек.
Вот так они выглядят. Выглядят они на самом деле очень симпатично. Ворс, если я не ошибаюсь, здесь искусственный. Вот такие кисточки. Здесь их получается 6 штук. Вот эта вот кисточка идет двусторонняя. Вот, кисточки все эти для теней. Какие-то, возможно, я буду использовать там что-то для бровей, что-то для теней, что-то, может быть, я буду использовать для хайлайтера. Вот, ну, уже потом я, когда их потестирую, попользуюсь, я обязательно вам расскажу, понравились они мне или нет, какие для чего я буду использовать. Вот, ну, выглядят они очень симпатично, сделаны они очень аккуратно, здесь ничего не вылазит, ничего не шатается, так что сделаны они достаточно качественно. Это вот единственное, что я открыла. Следующее мне вот только сегодня я забрала с почты. Я даже не знаю, что там еще сейчас прям при вас буду открывать. Значит, вот так выглядит следующий пакетик, такой небольшой. Сейчас я аккуратно открою. Так, сейчас. Вот. Значит, идет вот такая здесь упаковка. И это чехол на мой телефон я заказывала. Вот так он выглядит. В принципе, очень симпатичный. На картинке он выглядел точно так же. Мне очень нравится. Я надеюсь, он отлично подойдет. Вот. Они, кстати, там были в разных цветах. Был, по-моему, розоватый. Если я не ошибаюсь, голубой. Мне вот больше всего понравился, как выглядит вот этот. Такой он веселый, блестящий. И будет, в принципе, подходить подо все. Ну, вот я имею в виду в плане одежды. Так что... Вот, если он мне понравится, я потом вам расскажу, как он подошел, не подошел, понравился он мне. И потом, если захотите, я вам оставлю в инфобоксе ссылочки на этого продавца. Так, раскрываем следующее. Следующий пакетик у меня выглядит вот так. Так, сейчас... Откроем, посмотрим. Здесь вообще, по ощущениям, здесь должна быть силиконовая перчатка для кисточек. Сейчас я вам покажу и объясню, для чего она. Здесь силиконовая перчаточка. Возможно, вы на AliExpress видели, если там что-то покупали. Вот такая вот очень интересная вещь. Я когда увидела, подумала то, что будет очень удобно. Ну, я, по крайней мере, так думаю, мыть кисточки. Значит, здесь вот такие вот прорези. Вот это, я так думаю, наверное, для маленьких кисточек. Это для кисточек побольше. Силиконовая перчатка очень полезна для девушек, которые любят использовать кисточки. Так что я ее потестирую, помою кисточки. Если вам интересно, как я мою кисточки и вообще какие есть способы мытья, то напишите, я вам отдельно потом расскажу в другом каком-нибудь видео. Еще то, что у меня здесь есть, вот... Вот такая вот еще посылочка, небольшой пакетик. Мне на самом деле пришли не все посылочки, там еще должно быть пару предметов. Вот, ну потом я сделаю отдельное видео и уже расскажу вам и свое мнение о покупках с AliExpress. Вот, значит, я открыла, вот так здесь было все запаковано, очень плотно, чтобы ничего не помялось, не сломалось. И здесь у меня еще одна кисточка. И мне, кстати, очень нравится, как она упакована, то, что она идет в таком чехольчике. Выглядит она очень симпатично. И, кстати, вот эта вот ручка, она похожа на деревянную. Вот. Эту кисточку я брала либо для румян, либо для пудры. Я буду ее использовать. Но вообще она скошена. Я думаю, она хорошо подойдет и для румян, и для бронзеров, и для контурирования. Ну, возможно, я ее, скорее всего, буду использовать либо для румян, либо для пудры. Так, сейчас я открою, покажу вам ее без вот этого чехольчика. Вот, вот так она выглядит. Очень симпатичная. Я нигде не вижу, чтобы где-то был клей или торчал ворс.
Так что мне на самом деле повезло, сделано все очень неплохо, даже хорошо. Вот. Ну, теперь осталось мне только потестировать и рассказать вам, стоит брать такое или нет. Вот, ручка мне очень нравится, я не знаю, деревянная она или нет, но похожа на деревянную, и выглядит она очень даже не дешево, а хорошо. Так что, да, вот, вот такие были у меня покупки и посылочка. Рассказывайте о своих покупках, что вы покупаете, я обязательно почитаю, что-нибудь может быть интересное. Еще я вам хотела посоветовать канал, который называется Lilia Beauty World. Это канал о покупках из магазина Fix Price, AliExpress. Также там обзоры на косметику декоративную, уходовую. Если вам интересно, я оставлю ссылочку в инфобоксе. Заходите и подписывайтесь. И на этом у меня сегодня все. Не забывайте ставить лайк, если вам было интересно это видео. Всем спасибо за просмотр и пока!